Всем привет, с вами Ванок, и сегодня мы будем изучать с вами очередную инди-игру. Быть может, кто-нибудь по вот этому самому главному меню этого проекта, который называется, как вы уже догадались, Rencounter, может подумать, что это какой-то хоррор. В принципе, заставка действительно такая нагнетающая, но игрушка совсем о другом, и данный проект повествует нам, по сути, о этаком рогалике, а рогалик на самом деле уже нам многое должен сказать, в котором мы участвуем в пошаговых битвах, в которых мы проводим нашу команду через полчища противников и тем самым каким-то образом пытаемся выжить, точнее сделать так, чтобы наша команда выжила. Соответственно, как я уже сказал, это инди-продукт, разработали его ребята, носящие такое хитрое название SPVDM, а издали, ну на самом деле условно издали в Steam, команда под названием The Grab Games. Эти же ребята, кстати, я имею в виду издатели, они мне предоставили недавно вот эти самые морские сражения в Вархаммере, Манавар, которые называются. Собственно, вот эти самые издатели, они, по сути, просто помогают выбираться на свет инди-командам, и на самом деле это очень интересные сама все вещи, и, соответственно, понятное дело, что я не смог отказаться, когда увидел концепцию данной игры, когда я решил, в общем-то, сыграть и показать вам это все дело на запись. Соответственно, давайте начнем, потому что настроек здесь у нас никаких нет. Я вообще, в принципе, пока что эту игрушку не начинал. Соответственно, в принципе, вообще, кроме описания ее в Steam и скриншотов, и о ней понятия ничего не имею. Конечно, не все такую ситуацию любят. Некоторые считают, что я должен основательно подходить, чуть ли не сюжет писать, но мне кажется, вот тут как раз будет интереснее вот именно вот таким образом изучать. И режим я, конечно, выберу легкий, потому что не хочется прям уж совсем страдать. Такая у нас интересная графическая заставочка сразу происходит. Ну а для тех, кто, в общем-то, не понял, какие звуки громкие, хотел бы сейчас, конечно, после старта настройки залезть, чтобы все это дело убавить. Так вот, кто не понял, что такое рогалик? На всякий случай напоминаю, что рогалик — это, скажем так, даже не жанр, это направление игр, в которых, как говорится, если доктор сказал в морг, значит в морг. То есть, если вы умерли, значит умерли. Окончательно, бесповоротно начинаете заново. То есть игрушка не прощает ошибок, игрушка не говорит, что вот, вы можете тут загрузиться, или вот, тут мы вам сделаем поблажку какую-нибудь, чтобы игра была юзер-френдли, все такое в этом духе. Нет, хардкор, и, соответственно, тот самый хардкор многие игроки, наоборот, и любят. Блин, какие все-таки звуки резкие. Я так понимаю, судя по звукам, наш персонаж, да, плюхнулся куда-то. Отключили от него трубы. Мне что-то, честно говоря, пока что-то вроде Матрицы напоминает. Помните, там, где, да, герои тоже отключались от всяких проводов, которые были привязаны. Сначала чувствовали себя, ну, как младенец совершенно. Да, очень приятные звуки откашливания. Да, плохо, что настроек нам не дали сделать. Потому что, ну, я-то, на самом деле, как обычно, убавлю для вас этот звук уже в окончательном видео. Но мне, конечно, это все резкие звуки в моих наушниках. И отдающаяся игра, я, понятное дело, в наушниках всегда отдаются таким грохотом, непонятно, что реально уже действительно ассоциации с хоррором все-таки так или иначе возникают. Ладно, давайте. Rencounter. С такими, скажем так, буквами, немножко стилизованными, соответственно, под я русскую. Ну, понятно, что это любят разработчики так изгаляться. Но игрушка... Я на самом деле посмотрел в Steam, там вроде есть русское описание, но я так не нашел информацию разработчиков. Русскоязычная эта команда, не русскоязычная. И сделал вывод, что по крайней мере русским языком они владеют. Тем более, что вот мы даже сейчас видим, что у нас и интерфейс, и сама игра-то в итоге оказалась русская. То есть, в принципе, я так понимаю, что все-таки какой-то, как минимум, скажем так, на команду они ориентировались свою, на команду, на игрока русскоязычного ориентировались. Итак, начинаем, собственно, смотреть на игру. Первое, что я могу ответить, достаточно недурственная такая графика. Конечно, не идеальная, не прям сверхнавороченная, но такая приятная достаточно глазу, такие приятные фоны, приятные арены, приятная анимация огня. Да, сейчас посмотрим на анимацию персонажа, но я так понимаю, сначала нам нужно тут разобраться с управлением. Итак, у нас тут есть оружие, предметы защиты перемещения. Так, разрез, укол. Изменить оружие на кулак, но это делать мы не будем, использовать для лечения тоже делать не будем. Защита, нет, перемещение. Шаг, бег. Что-то нам как-то не особо дается побегать. Ну ладно, допустим. Может быть, я что-то просто лишнего накликал. Давайте еще раз. Перемещение все равно, да, не дают. Так, ну давайте-ка попробуем вот сюда.
перейти в защиту. А, защита — это выбор направления. Я понял. Ну вот, как раз я, исходя из того, что он сделает один шаг, как раз остался на месте. И, похоже, сделал правильно. Так, оружие. Разрез, укол. Давайте попробуем сделать разрез. И у нас тут сразу шанс попадания. То есть такая боевка достаточно подробная. Ну, в общем-то, чего еще ожидать от пошаговой стратегии? Как раз вот таких вещей и стоит ожидать. Ну, в общем-то, раз у нас шанс попадания почти 100% везде, давайте попробуем по голове. Хедшот, как говорится, да? Давайте попробуем сделать укол теперь. Укол-то тоже 100%. Давайте в тело, допустим. Ну вот, в принципе, мы его и убили за два удара. Ничего особенного, мы получили свиток, какой-то там номер 12, еще что-то так. Ага, вот, у нас таким образом карта построена, то есть у нас здесь какой-то некий лабиринт, еще что-то, и в котором у нас, соответственно, есть возможность куда-то направиться каждый раз, когда мы проходим очередную арену. Естественно, соответственно, инвентарь экипировки нашего персонажа, с таким вот свертящимся персонажем, у которого есть у нас уже... меч под названием Старец. Так, и штаны. Я все-таки, сразу выйду в настройки, убавлю сразу музыку, убавлю немножко звук, потому что вот мне, честно говоря, раздражает громкость пока что. Так, упрощенная графика мы не будем включать, трещины оставим, хотя трещины, мне вот интересно, что это такое трещины. Трещины, ну явно это не трещины на экране, на смысле в окне инвентаря, это другие трещины. Видимо, это шум, что-то вроде такого там духе. Если, кстати, играешь, если обратить внимание, у нас есть русский язык и английский. Обычно, когда вот только два таких языка присутствуют, то есть русский и английский, я все-таки делал вывод, что команда разработчиков русскоязычная, потому что, в принципе, ну, как бы оно намекает на это. Но, на самом деле, все равно существует вероятность того, что я ошибаюсь. Ладно, давайте продолжим изучать наш инвентарь, наши характеристики. Тут мы видим, соответственно, у нас сразу 3, 4, 5. 5 характеристик различных. Каждая, видимо, на что-то меняет. Да, вот, допустим, сила. Это сила максимально переносимого веса, урона в ближнем бою. Соответственно, сноровка — это меткость, это урона оружием ближнего боя. То есть, есть урона оружием, есть урона... А, ну да, вот только тут получается урон 1% урона, а тут просто 1 урона. И, соответственно, ловкость — это скорость защиты, выносливость — это, соответственно, максимально переносимый вес, очки выносливости, то есть здоровье наше, я так понимаю. Хотя, нет, здоровье есть отдельно, очки здоровья, очки выносливости просто. Ну, видимо, имеется в виду, как быстро у нас персонаж будет выдыхаться, точнее, как медленно он будет выдыхаться. И поглощение урона. Ну, конечно, живучесть — это очки здоровья и поглощение урона. В принципе, ничего такого необычного нет, есть, правда, у нас еще какие-то таланты, рецепты даже. Ну, в общем, да. Давайте-ка мы... Так, давайте-ка мы, сказал я. А как нам вернуться-то? Назад. Это я открыл карту. А Escape она в меню выдает. Обычно это Escape сначала выводит из таких вот персонажей. То есть персонажей из окон. Сказал я. Так. Продолжить. Это замечательно. На самом деле, просто шедеврально. Кстати, да, отключились у нас как раз эти самые трещины, похоже. Как раз все-таки надо было просто выйти в главное меню. Но я все-таки пытаюсь понять, как нам куда-то зайти. Точнее, даже не зайти, а выйти. Я вот прям бешено сейчас пытаюсь на клавиатуре все кнопки понажимать. Ни одна из кнопок ничего меня не приводит к ничему. То есть какой-то прям грибы, еда. Спасибо, но я хочу все-таки... Явно тут нет такого, что какое-то обучение типа... А, все, понял. Это я дурак. Это у нас есть перемещение по карте, и нам, соответственно, по карте нужно было просто куда-то нажать. А я тут что-то не понял. Я просто... Казалось, что я нажал на что-то, чтобы мне это открылось меню. А на самом деле, видимо, оно автоматом открылось. Так. Я так понимаю, можем тут пока что исследовать, да? Куда-то мы загрузились, ладно. Я просто думал, что, может быть, мы сможем какой-то инвентарь подобрать, еще что-то. Но нет. Так, кстати, можем еще и свалить отсюда. Так. Без боя. Допустим, ладно, что тут у нас? Лизи.
Какой-то разбойник, но они все хорошо экипированы, поэтому даже страшно немножко. Давайте попробуем. Ага, вот оно как. То есть тут можем кого-то найти, да? Удар, мощный удар. Так, допустим. Но у мощного удара небольшой шанс попадания. А у простого удара? Простой удар, в принципе, тоже 60%. Ну, допустим, 201 почти, в принципе, вырубил. Перемещение, бег. Вы мне скажите, а чем отличается бег от просто ходьбы? Потому что, в принципе, так или иначе, все равно получается, что у нас персонаж на один ход двигается. Так, перемещение, бег. Вот таким образом мы сейчас будем немножко зигзагами бегать. Может быть, бег влияет на скорость передачи хода в нашу сторону, еще что-то? Тут мне не очень нравится, что он сейчас кинул у нас. Такое ощущение, что это какая-то мина. Ну, допустим, ладно, оружие, удар. Кстати, сейчас больше шансов стал, да? Ну, до этого добиваем. Отсюда мы быстренько, скажем так, сматываемся. Даже не скажем, на конкретно сматываемся, потому что, честно говоря, я не знаю, что он в меня кинул. Так. Кстати, наши персонажи все-таки надо как-то, мне кажется, экипировку получить, потому что у нас так хорошо пробивает. Ну, в принципе, нас это сейчас будет двое, потому что, судя по всему, Юни это наш будет... Да, вот о чем я и говорил, что нужно вмотать было и намотать, на самом деле, еще один ход, как минимум. Так, ну да, вот как раз мы когда стрелочку нажимаем и переходим на карту. Я что-то в прошлый раз это не обратил внимания. То есть просто побегать по арене потом нам не дают. Обратите внимание, кстати, вот после битвы здоровье нашего персонажа Лизи не восстановилось. То есть это немаловажно. То бишь надо за этим постоянно следить. Если дать еще какое-то, скажем так, опять хотел сказать. Что-то мне слово сегодня прилипло. Обычно я другие слова паразиты люблю использовать, а тут что-то, скажем так, прилипло. В общем, есть у нас тут, я так понимаю, какая-то шкала голода, что-то вроде такого. И тут, допустим, наш персонаж, допустим, достаточно голодный. Ладно, пойдем сюда. Лизи, Уния. Уния, Лизи. Тут я не вижу, с кем, кого ли мы можем взять себе. Ну, допустим, я думаю, с этими двоими нам придется сразиться. Кто у нас сейчас ходит? Ходишь ты? Давай мы тебя спрячем. Вот таким вот хитрым образом. Кстати, говорят, мне казалось, что у Туни у нее какой-то... У нее, по-моему, это он, да? Есть броня получше. Но, видимо, я то ли осмотрелся... Ох ты. И ты, товарищ, интересно, чем ты сейчас так нас пытался пульнуть? У него какой-то пистоль. Интересно, у него он многозарядный, однозарядный. Сможет он еще раз выстрелить? Но, в любом случае, нам надо сначала тут этого в защиту поставить. Да, он, похоже, сейчас будет выйти в атаку, потому что у него был один выстрел, и он, слава богу, промазал. И у нас как-то немножко странно, мне кажется, так сейчас пытаются разойтись. Ну, допустим, ладно. Тебя сюда. Будем играть от защиты, сейчас пытаться... Ну, правда, они, походу, и они тоже от защиты идут. Допустим, ладно, шаг. Просто я думаю, что если мы сейчас... сделаем шаг, он подойдет, сможет нам удар нанести. То есть, такая интересная игра по принципу от того, кто первый, скажем так, нанесет удар. Как мне кажется, ну, допустим, Лизи. Опять защита. А вот этот сейчас нам сейчас сделает шаг. И... Ага, вот я-то как раз своими хитроумными и, видимо, как раз сам себя обманул, потому что как раз удар-то он как раз делать не смог. Ох ты, блин, гаденыш. Так. Делаем так тогда. Я вот просто думаю. С одной стороны, мы можем отойти, и это будет, наверное, правильно. С другой стороны, он нас сейчас может удар нанести, да, еще один. Да, и, кстати говоря, я не факт, что я был прав вот в таком по своем подходе. Ну чего, ты сам свою мину пойдешь, молодец, товарищ. И радует. Так, допустим, ладно, тебя мы убиваем, отлично. И тебя, наверное, теперь уже наш Лизи будет покрывать нашего Уни. И мне, честно говоря, не нравится вот такой же подход.
Ты сможешь? Нет, ты не сможешь полечиться никак. Ты просто защищаешься. Так, а ты пробуешь сделать ему укол в голову, да? Отлично. Но вот мне не нравится, что мы покоцаны сильно. Я не знаю, честно говоря, у меня такое ощущение... О, лечебная граната, кстати, граната появилась. Уже что-то, но мы сильно покоцаны, и я не уверен, что мы переживем так сильно следующие бои. Так, вот это что? Это какие-то явно ресурсы. И тут один боец. Ну что, сразимся, попробуем, да? Давайте попробуем. Так, ну я бы, знаете, что сделал? Кинул бы, нет. Зелье лечения нет. Странно. Ладно, допустим. Сюда тебя идем. Ведем. Так, а ты, соответственно, наш у нас используешь... Хотя нет, сначала ты вот сюда идешь. Вдруг это все-таки лечение, это как раз есть граната, это лечебная. Так, нет, стоп. Сначала, соответственно, ты... А, вот оно как. То есть... зелье лечения может использовать только Лизи. Допустим, использует зелье лечения. А, вот теперь можешь выбрать, на ком мы это зелье лечения используем. Вот, допустим, на Юни. Допустим, попробуем тебя мы, товарищ, загонять. У тебя вроде как есть... Ну, блин, что, откуда у вас столько этих? Гранат-то, я не пойму. Ну, допустим, ладно. Вроде этого мы обезопасили. Ты идешь опять на свою гранату, я понял. Ты делаешь шаг сюда. А ты делаешь шаг сюда. Да? Ты со своего не задела. Ладно, допустим. Теперь мы, соответственно, в эту сторону защиту ставим. А в эту сторону тоже защиту ставим. Вот так как-то, да? Будем его выманивать, да? Я так понимаю, он тоже не особо желающий атаковать нас. Отлично. А вот как ты смог сделать еще один шаг? Может быть, все-таки есть какая-то тут инициатива, еще что-то. В любом случае, он на нашего не попал. По-нашему это хорошо. Точнее, даже попал, но от... наш смог его парировать. И, соответственно, я так понимаю, что все-таки... мы его сейчас добиваем. Да, добиваем. Отличный бой. И что мы получаем? А получаем мы, я так понимаю, возможность что-то закупить. То есть мы можем получить микстуру ловкости, гранату ультрамариновую, какой-то талант 41. После боя вы всегда сыты. У меня вопрос один. А где у нас наша валюта текущая? Сколько у нас здесь денег? Вот это, да, судя по всему. 328 кристаллов. Небогато. Рецепт. Какой-то темный горжет Ракшаса. С хорошей защитой, разрезом, уколом. Есть у нас, кстати, какой-то даже пистолет тут. Так, допустим, ладно. О, кстати, у нас есть какие-то грибы, еще что-то. То есть, на самом деле, может быть, зря я сажал ту зелье. Мы могли что-то скрафтить, еще что-то. Или хотя бы съесть. В любом случае, может быть, я, так сказать, немножко поспешил. Ну ладно, что ж теперь делать. Вот тут можем, я так понимаю, все-таки что-то сажать, попробовать. Грибы использовать. Ну что, рискнем, пока есть такая возможность. Отец наш отличился полностью. Да, грибы лечат. Свиток дальше. Что дает нам свиток? Свиток номер 12. Поначалу мне казалось, что это диалоги бессмысленны. А есть просто свиток, который экипировать, снять предмет. Говорит, я, честно говоря, пока что не понимаю, что это нам дает, кроме того, что тут его можно разобрать. И есть у нас все-таки лечебная граната. А, вот оно как, да? То есть мы можем ее... Мы можем... Так, можем-то можем, а что-то я пока что не понимаю, как это все делается. Так, акула старец, акула явно лучше. Соответственно, можем вместо акулы, ой, вместо старца акулу экипировать. Старец, допустим, кстати, можем ее еще и улучшить.
Я думаю, старец разбирать, не разбирать. Можно, наверное, я подождал пока что. Я все-таки хочу... вот так, экипируемся лечебной гранатой. А Юний, наш Юния, который с молотом, соответственно, экипируется зеленой травой. Хорошее название для вещи. Но мне кажется, что зеленая трава должна, да, вот, восстанавливать немного очков здоровья. Отлично. Идем дальше. Ну, тут, соответственно, у нас был просто бой, как мы помним. А вот тут, и мы еще сюда не ходили, где грибы. А тут два противника у нас. Бой, я так понимаю, будет не из легких. И мы тут, как, видимо, получаем что-нибудь для... Ну, грибы, собственно, понятно. Грибами мы в прошлый раз полечились. Соответственно, давайте-ка мы сделаем защиту пока что. Они, скорее всего, нас сейчас опять будут всякими зельями кидать. Я почти уверен в этом. Ну, в принципе, надо сейчас пока... Ну да, вот. О чем я и говорил. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, на самом деле, мне нужно бежать вот так, потом сюда, потому что иначе... Иначе будет мне очень плохо. Так, ты идешь сюда. Юния идет сюда. Я не знаю, может быть, надо был шаг сделать. Тогда мы смогли бы нанести удар ему сразу. О, просто замечательно. Но в таком случае, чем отличается шаг от бега, честно говоря, пока что непонятно. Допустим, сделали мы шаг. Но урон... Ой, урон... Атаку мы все равно произвести не можем. Так, они что-то на меня ополчились как-то. Но этот герой пока что нас выведен из боя, потому что не на мину же я пойду сейчас. Мины меня как-то совсем адски раздражают в этой игре. Так. Что-то как-то совсем плохо нашему персонажу, Лизи. Ну, допустим, отошли мы. Никого не задели. Пока что, на самом деле, инициатива полностью на их стороне. Так, кстати, у нас есть отступление еще тут, на крайний случай, я так понимаю. 279. Ну, по идее, не должны убить. Ха-ха. Не должны убить, не должны, а мы ему урон не наносили. Ну, хоть нашу вернулся, отлично. Так, тело. А стоп! Блин. Так. Так. Продолжить. Предметы. Почему ты руками бьешь? Наверное, потому что я что-то не так сделал, да? С тобой в инвентаре. В итоге наш персонаж почему-то стал... бить руками. Это, видимо, для нас будет сейчас эпичный фейл, потому что... Потому что как меч выбрать я не могу, и он, похоже... А, стоп. Отступление. Отступление, это, видимо, отступление не то, которое я имел в виду. В любом случае, наверное, мы сделаем сейчас шаг. Да, нашего персонажа вообще сейчас просто разделают. Под орех, походу. Потому что... А, вот, смените оружие на акулу, наконец-то. Смог он взять этот меч. Но пока я догадался до этого, нужно сейчас будет, значит, все-таки как-то разобраться с инвентарем. Так, отлично, ну, убей его. Не убил, чуть-чуть не хватило, на самом деле. Так, а ты должен в любом случае использовать лечебную гранату. Ай, или не должен использовать лечебную гранату. Все-таки лечебные гранаты, мне кажется, нужно использовать для более веских ситуаций. Вот, отлично, парирование. Пусть этот гоняется за Лизи пока что, а мы тут попробуем справиться сначала с этим. Ага, отлично, защита. Защита, я понимаю, есть возможность, что у нас наш отобьет еще что-то. Ага. А ты вообще, да, не можешь делать ничего, у тебя стамина израсходовалась. Ладно. Отлично.
Сделаем вопрос удара, думаю, что тебе хватит. И по телу просто вот, все, понял. Это... Перемещение, шаг. Знаете, мы сейчас как сделаем? Мы вот так подойдем. Сюда теперь. Перемещение, шаг сюда. Просто интересно, А, ну вот, сейчас бьет вот этот. И бьет он мощным ударом. И попадает. Тут невозможно не попасть. А вот теперь использовать лечебную гранату. Ты еще и так будешь изгаляться. Ладно. Допустим. Допустим, пока парирование, в принципе, меня это вполне устраивает. Я даже сделаю сейчас защиту, чтобы немножко еще мы полечились. Отлично, он переместился, полечился. Сделаем и защиту. Хотя я не уверен, что это можно было делать. Ну, допустим, ладно. Мы просто того, конечно, полечили, но... Я думаю, что для нас это не критично, потому что, да, он что-то сильно выдохся. И как раз мы сейчас введем в бой нашего Лизи, который совершенно восстановил свои силы. Ну, в принципе, сейчас, наверное, и этот его добьет. Такая, конечно, своеобразная битва. И, кстати говоря, он тут тоже успел полечиться. Ну, допустим, ладно. Мне просто немножко странная система лечения, кажется, тут. Глубокий разрез, так. Раз, убил, отлично. Битва была совершенно непонятна. Мы лечилку израсходовали, конечно. Это, мне кажется, совершенно неправильно было. Но потупил. Я, честно говоря, даже не понял, что то, что я меч до этого инвентаря поместил в другой слот немножко, что это так сильно скажется на бое. Так, ну тут как раз меч у нас на нормальную позицию вернулся. Так, и тут мы тебе давай-ка возьмем красно-зеленая трава. А в чем разница? Ну, допустим, ладно. Будет у тебя такая трава, а тут такая. Главное, что они все живы-здоровы. Это самое главное пока что. Ну что, тут у нас остался бой с тенью. Я даже сказал, не с тенью, с каким-то непонятным существом. Мы, кстати, можем сделать вот так еще, ко всему прочему. Ну, допустим. Не угадал, да? Ну, допустим, ладно. Оружие, мощный удар по тебе. Интересно, кстати, посмотреть еще систему повреждения. Возможно, тут можно как-то обезвредить противника по руке, попав еще что-то. Но я пока что бью в тело и в голову. Я банален в том плане. Отлично, парирование. Ну, а ты еще бежишь. Молодец, беги. Беги. Я пока что понял, что шаг и бег отличаются тем, что... Ты издеваешься? Нет. По-моему, они издеваются. Кидать гранату рядом с собой — это какой-то вообще камикадзе просто. Чисто реально основано на том, что он... сам себя убивает, по сути. Ну, допустим, ладно. Просто граната, она, по-моему, намного больше сносит, чем просто удару. Да, не успел я отойти, поэтому наш персонажа этого нужно отводить. В принципе, можно его, наверное, полечить, попробовать. Да, конечно, какая-то странная ситуация совершенно. Пока что САИ. Давайте травку закушаем. Думаю, это нам пригодится. А пока что у нас Уния будет в бою участвовать. Да вы издеваетесь. Откуда у вас только... Столько мин, скажите мне. Кстати говоря, вот, мы сейчас побежали, и в итоге это все-таки дало нам инициативу. То есть все-таки отличается как-то шаг и бег, но механика немножко странноватая. Раз. Так. Я так понимаю, что нам в любом случае нужно убегать. Да. Ну а теперь, в принципе, уже без разницы. Что с ним, как с ним, его реально закидали минами, это, конечно, печально. Ну, допустим, ладно. Ну, я так чисто для разнообразия в руку ударил. Ну, конечно, ну, грибы, ладно, есть у нас грибы. В случае чего можно полечиться. В принципе, мы лечиться можно и между битвами. Единственное, что печально, что здесь нам никакого другого лута не дают пока что. Так, тебя надо полечить.
Да? Да, ну хоть что-то немножко полечится, и то уже хорошо. Кстати говоря, магазин все равно у нас есть. Я, честно говоря, тогда не понял, что в таком случае мы открывали, когда там на карте присутствовали, и мне казалось, что это как бы есть. Или же мы просто, в принципе, магазин разблокировали, теперь мы его в любой момент можем использовать. Вот, конечно, какая странная ситуация. Ну ладно. А что у нас тут осталась какая-то иконка? А, это и есть магазин. Я понял. То есть мы в любом случае тут все зачистили. Переходим на следующий уровень. Даже не следующий уровень пока что, а... Что-то непонятное. Я так понимаю, это все наши противники. А это мне не нравится. Потому что у нас один персонаж не вылеченный. Сделаем мы вот так. Вот так. А у тебя есть, да, трава? Хорошо. О как! О как! А у нас, оказывается, брони куча. А я тут бегаю, голодран сама. Когда, главное, он успел набраться в таком случае. Вот в чем вопрос. Я просто не видел сообщений, что у нас какая-то там рубаха появилась, еще что-то. То есть, вроде мы убивали, да, противников, но вот так, чтобы... Чудеса, да и только, ладно. Тогда перед этим боем нам нужно как следует подойти к этому вопросу. Мы это сначала... наручи чемпиона. О чем, мы тебя не можем одеть? Что я сделал? Снять. Экипировать. То есть ты можешь это экипировать, а тот персонаж не может, что ли, или что? Похоже, да, не может. Ну ладно, допустим. Так, рубаха, что она дает? Защита 7, да? Защита 9. Тут защита рубаха дает 1. В любом случае, надо ее... Сделаем мы вот так. Да? Правда, она мешает немножечко введению боя, но, мне кажется, защита нам сейчас будет важнее. Так, в остальном у нас вроде... Давайте еще улучшим. Правда, тут вообще ни о чем улучшение. Только зря я, наверное, кристаллы проворонил. Ну ладно. Значит, соответственно, у нас тут есть... Улучшения не хватает. Акула, кстати, у нас еще есть, да? Или это она есть? Акула это. Ну да, это она есть, это акула. Тогда мы, в принципе, можем разобрать старца нашего и акулу улучшить немножечко-то и, в общем-то, таким образом как-то ее подтянуть. Кстати, тут урон 160, а тут урон 122. В принципе, неплохо. Это... Ну, правда, щита тут нет. Я бы сказал, что это одноручное оружие, но какая разница. Да? Ладно. В любом случае, тут у нас уже вариантов нет. В бой. Чего я могу еще сказать? Бьем. Это какой-то маг, что ли? На. Да, Пауэрич, кстати, между прочим, такой толстенький довольно. С какими-то аурами еще. Проведем наших месть. Правда, сейчас нам гранату кинут. Придется опять убегать. Но вроде ничего страшного не случилось. Мне кажется, сначала этого, да, надо забить. Я такой сначала должен приместиться, поэтому мы сначала выберем обычный удар. Так, товарищ, ты вообще мог бы на месте стоять? Зачем куда-то полез? Так, окружают нас. Окружают. Так, ох, хо-хо-хо. Так, Лиза защищается. Правда, мне сильно помогло, но допустим, ладно. Оружие, мощный удар. Ты должен попасть. Гаденыш. Так. Предметы. Красная трава. Лечимся. Полечились. Почти настолько же нам и урон нанесли. Мина. Мина в нашего и своего же. Лизи нашего убивают. Да, отлично. Бег. Бежим отсюда. Я понимаю, что наш Лизич все, копыт-то отдал. И сейчас помрет. Единственная надежда сейчас на мину на эту, которая... Такое ощущение, что сейчас всех взорвет. Их. Нахрен, ну допустим, ладно. Уния ничего не способен. Отлично. Один умер сразу, другой почти умер. Этого хорошо покоцал он. Можем сейчас нанести удар, да? В тело, наверняка. Отлично, умер. Защита.
полученный бинт. Мне вот, переживая за Лизи, у меня такое ощущение, что, исходя из концепта данной игры, то мы сейчас продолжим одним персонажем, потому что второй наш все, умер. Ничего же с этим не сделаешь. Да, да, да. Как я и говорил, один персонаж все. Того. Ну, хоть инвентарь, по-моему, весь достался, который мог быть. Вроде как. Или нет. Или да. Или нет, или да, или нет. Так. Ну, тут вроде все у тебя нормально. Ну да, инвентарь ему весь достался, но как бы это не сильно радует, потому что двумя персонажами всяко... Зачем я ее сожрал? Объясните мне, зачем я сожрал фиолетовую траву только что? Вообще бред. Ладно, допустим. Зеленый, я так понимаю, нам здесь тут ничего не случится, да? Во. Тут мы, судя по всему, найдем персонажа какого-то. В моей любимой манере отличил в чайнозапись, но там на самом деле ничего страшного не случилось. Я туда-сюда помотался, в итоге каким-то непонятным образом основного нашего персонажа здоровье потратил. Но наткнулся зато на подкрепление. Если сейчас это подкрепление в бою не копыта не откинет, то будет очень даже все хорошо. Но, честно говоря, не уверен я, что смогу я сейчас выиграть в этом бою. Кстати говоря, я только сейчас обратил внимание, что у противников есть еще и уровень. Вот, допустим, 4-й, 2-й, 1-й. К примеру, мне кажется, что это уровень. Хотя, а нет, не уровень, вру, потому что сейчас тут сал 3, а это был 0. Это, скорее всего, очередность действий, тоже, на самом деле, важное, на мой взгляд, открытие. Так, отлично, мины, сейчас, говоря, уже начинают порядком надоедать в этой игре. Просто, даже я бы сказал, что открыто раздражают они меня, эти мины. Ну, ничего не попишешь. Ну что, тут придется, скорее всего, все-таки принимать бой. Я ничего не буду говорить по этому поводу, потому что я проиграл. Все, я чисто открыто проиграл, потому что это вообще ни на что не способен. Его сейчас суделают. Однозначно. Тут у нас на что? Ага, можно, в принципе, последний бой переиграть всегда. Ну, допустим, давайте попробуем. Тогда я немножко переиграть, раз такая есть возможность. Хотя, честно говоря, не уверен, что что-то сильно изменится. Я на самом деле бы хотел бы... Для начала просто разобраться банально в прокачке. Потому что это мне как-то не получилось. Так, альбоса, ты, по-моему, вообще какой-то бесполезный, на мой взгляд. На мой взгляд, ну допустим, ладно, сделаем шаг сюда. Не, все, тут уже нечего делать, я даже удалю, чтобы меня не мучил. Я попробую еще раз начать заново, но на самом деле это легкий, это как бы очень условно легкий. Так, кстати говоря, ник у нас поменялся, теперь у нас Брунтан, ну, в смысле, не у нас, а стартовый персонаж. Это, в общем, даже не главный персонаж, а просто... Стартовый. Так, ну тут мы поняли, как действовать. Ты тут идешь на нас. Да. Даже ударил нас, молодец. Укол. Голова. Отлично. Разрез. Голова. Отлично, помер. В принципе, тут самое легкое, что у нас есть. Кстати, вот, наконец-то я тут видел, что у нас инвентарь получается все-таки. Да это я почему-то не видел. Или может это везение такое. В любом случае сразу одеваем эту рубаху. Тут она дает нам к всему плюсы. Потому что я там видел, там некоторые элементы брони, они давали, допустим, минус к урону, но при этом плюс защите. Как-то так, да? Есть у нас даже зелье лечения тут оказывается. Еще что-то, запер. Ну, запер, понятно. Заряд. Доктор, разряд. Так, ну сюда мы возьмем, наверное... А, грибы мы можем только жать между битвами, я понял. Вот, кстати, персонаж. Персонажа мы можем прокачивать. Недостаточно льда. О, как интересно, а лед это что? А, это вот и есть лед. То есть у нас тут все, за деньги у нас тут все. И прокачка, и
соответственно, покупка и вообще это куча всяких вещей. Ладно, допустим, так, зелененький. Зелененький нам открывает доступ к магазину, я понял. Ты нам открываешь, соответственно, грибы. Тут, видите, совершенно полный радон. Допустим, в предыдущей нашей сессии там все, по-моему, клетки были желтыми. Тут, допустим, видите, есть часть зеленых. Еще хотелось бы, конечно, понять, что это означает. По-моему, вот это должно означать, что у нас будет спутник. Да, вот. Постепенно я врубаюсь в данную игру. Вурта получает. Я бы, конечно, отличил бы в настройках использования гранат, если была бы такая возможность. Но я боюсь, что такой нам возможности не дадут. О как, а тут даже не дали вам выбрать куда. Просто бей и все. Ну, допустим, ладно. Ты защищаешься. Интересно, защита всегда дает, так сказать, 100% шанс парирования или нет? Так, оружие, разрез, укол в тело. Увернулся, гаденыш. Оружие, разрез. Не увернешься тут уже, да? Парирование вообще замечательно. У ворот вообще просто идеально. Молодцы, ребята. Так, ну тут мы его должны добить, да? Увернулся. Ну ладно, наш еще один шанс. Тут уже, хотел сказать, не увернешься, но нет. Так, встал в защиту, отлично. А вот укол ты сможешь увернуться? Тут шанс попадания меньше? Нет, не увернулся. Юркий был противник, но тут мы справились. Отлично, нас снова двое. Тут я был, тут я был, тут я был, тут я был. Так, персонаж, сила, ловкость, сноровка, это кто? А почему они спали? Мне вот интересно, почему они сейчас 9, хотя они должны быть 11. Это голодный, что ли, персонаж, еще что-то. То есть надо его кормить, еще что-то. Это вообще просто эпичная игра, на самом деле, в плане хардкорности, в плане сложности. Реальный рогалик, просто вот, тут я вообще без всяких ног говорю. Просто полнейший рогалик в этом плане. Потому что уровень сложности просто зашкаливает в этом всем плане, навороченности и прочем. Допустим, ладно, я сильно на самом деле эту игру не хочу задерживать. Я на самом деле не исключаю того, что я буду играть в нее в будущем. Но пока что я не хочу сильно задерживаться, поэтому давайте-ка мы один бой сыграем еще. Кстати, игра, обратите внимание, тут противник все в это, в тряпье, а до этого были все в каком-то там кольчуге, что ли. Так, а ты у нас делаешь шаг сюда. Мне кажется, конечно, сейчас гранаты будут кидать. И зря я свожу вместе. Ну, допустим, ладно. Допустим. Бег. Бег сюда. Ага. Ага. Это как-то получилось не очень правильно. Ну, допустим, ладно. Перемещение, шаг. Шаг делаем сюда. Ты у нас, соответственно, укол в тело делаешь. Почти его убил. Кстати, этот товарищ, в принципе, в плане эпичности не сильно уступает того, которого мы в прошлой сессии нашли. Потому что у него тоже очень даже хорошие характеристики, и он хорошо так бьет. Оружие, разрез. Нет, укол. Укол будет больше шанс. И уколом мы и добиваем его. Так, ну давай, Вута. А, кстати говоря, что я туплю? Этот на стартовый персонаж, да. То есть я думал, что Брунтон это тот, который мы взяли, а это стартовый. То есть я тут уже сам немножко туплю. Да, вот, кстати, видите, обратите внимание, разрез, допустим, тут широкий какой-то, он даже не дает возможность выбрать. То есть он просто, так сказать, бьет и баста. Зато у ворот, хорошие у него, кстати, у ворот, все такое в этом духе. Так, ну вот без вариантов, да? Убиваем его, и, в принципе, урон у него реально хороший. Так, что мы тут получаем? Красную траву, и все. Да? И лягушка блюет. И все. Вот и наш результат. Честно говоря, не знаю, зачем свитки нужны. Дали женский голос, говорят, что успокаивает. Какие-то, видимо, это какой-то сюжет, но мы даже это прочитать пока что не можем. То есть мы только разобрать эти свитки, и все. То есть, может быть, пока что они вообще никакого значения не имеют. Вот, наконец, появилась возможность что-то нам улучшить. Я, скорее, конечно, пожрал бы. Кстати говоря, в этом плане у нас есть грибы. Ну-ка, смотрим. Да, грибы, кстати, еще и восстанавливают
сытности, то есть, в принципе, вещь полезна. В общем, как-то так, я еще раз говорю, дальше играть пока что не буду, хотелось бы, на самом деле, эту игрушку еще поиграть, достаточно забавно, на самом деле, получается, такой проект, игру еще раз, хардкорный, с интересной системой прохождения, боевкой, в принципе, тоже неплохой, я не скажу, что идеально, не скажу, прям, что она прям новаторская или богатая в чем-то, но есть свои фишки, есть свой интерес в этой такой боевке. Я думаю, те, кто любит пошаговые стратегии, реально эту игру оценят, те, кто любит рогалики, вдвойне ее оценят, и, в принципе, игрушку я вполне себе могу посоветовать, потому что, ну, реально занятная, реально интересная, и к тому же еще и недорогая. В общем, на этом мы сделаем паузу. Если заинтересует многих игроков на моем канале, я буду в будущем еще снимать по ней дальнейшее что-то вроде прохождений, ну, по крайней мере, попыток прохождения. Ну, а на этом все. С вами был Ванок. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи!